Всем привет, ребят, с вами Пончо, и это очередной каст по Warcraft 3 Reforged. Сегодняшняя карта будет Northern Isles, играет сегодня ночные эльфы и орда. Поехали. Снизу слева у нас синим цветом стартует некий игрок Rost of Dark. Насколько я понимаю, этот игрок из России. И противостоять ему сегодня будет игрок из Китая. Сор Додо. Да-да. Ну что ж, вообще эти оба игрока крайне специфичные. Сор Додо вы наверняка знаете по другим кастам. Уже неоднократно появлялся как у меня на канале, так и на канале у других моих коллег по цеху. Славится он тем, что играет вообще нестандартными героями, нестандартными билдами. Вот обратите внимание, он сейчас играет против орка первым героем из таверны. Здесь же играется соло Blade Master, судя по застройке, вы уже могли понять, что здесь явно будет какая-то несуразная дичь, по крайней мере, нестандартная, это уж точно. Blade Master уже вышел, соответственно, закупил он уже Венец Благородства в магазине, закупился расходниками, ну и будет напрягать сейчас своего соперника. А здесь увидел виспа, сразу моментально за ним побежал, Сор Додо сориентировался очень грамотно и решил закрепить зеленую точку под базой, вместо того, чтобы крепить желтую, которую собирался. Очень классный мов, то, что он сейчас выиграл своим виспом время. Сейчас не совсем понятно, почему он выложил артефакт на пол и пропил зелье ясности. Вообще, если бы он выпивал зелье, то есть эликсир, то вполне вероятно был бы смысл в таком действии. Но не сейчас. Он переходит в тир 2. Лесопилка крайне ранее имеется с начала матча. Тут подстраиваются две вышки. Одна прям около... Точнее, между таверной, землянкой и магазином. Также вторая вышка неподалеку от нее. Делается это для того, чтобы залетные саперы не подорвали эти вышки одним разом, так сказать. Вот, а тут украл предмет под базой у соперника. Это жезл иллюзии. Здесь же выбивает плащ теней Сор Додо. Ну, такой себе артефакт, на самом деле. Было бы приятнее... Куда приятнее займеть ту же мантию интеллекта или же перчатки силы. И, кстати говоря, кольцо превосходства также. Видит направление, точнее, видит армию соперника здесь игрок за орду. Кстати, закупил он на Блейдмастера сапоги-скороходы. Ну, это 100% означает, что он собирается играть как минимум до мидгейма одним лишь героем. Ой, тут, кстати, просветки нет у Блейдмастера, соответственно, вряд ли сейчас прожмет досты. Досты имеются у панды, соответственно, он их прожал. Специально сейчас Додо добил своим бараком крипа, чтобы опыт не достался сопернику. Ой, тут лучниц теряет. Чуть было не потерял. Обе из них, точнее, обе оставшиеся. Да, неприятная, конечно, ситуация. Кстати, обратите внимание, где строит у себя древо жизни. Максимально сейфово от возможной разведки соперника. Возможно, это связано как раз-таки с тем, что у Блейдмастера здесь жезл иллюзии имелся, и поэтому он решил поставить вот такой вот супер сейфовый экспанд. Ой, ну я не думаю, что здесь Блейдмастеру есть смысл драться с пандой под бараком и лучницами. Ну что ж, он уже вышел в тир 2, пока что не подстраивает продакшн зданий. Тут заказан Shadowhunter. Обратите внимание, имеются шипы на зданиях у орка. Это означает, что медведями лучше туда не соваться, тем более учитывая то, что там имеются вышки с близлежащими землянками, то и вовсе там. Ничего не светит медведям, хотел сказать я. М-
максимально сейчас напрягает своего соперника. Здесь Rost of Dark, конечно, вот играть против вот такого, тем более героя Мистоверна. Одно дело, если здесь Демон Хантер или же там Хипер, который может призвать пеньков где угодно по карте и условно, например, закрепить зеленую точку, потом сюда переместиться, здесь, например, отжать артефакт, да? Вот. Ну, здесь, кстати говоря, Shadow Hunter подбегает в скором времени. Станет опасно здесь для лучниц, как минимум. Минус 2 юнита может быть у ночного эльфа. Кстати, Дэйва уже построилась, делается грейд на Nature's Blessing. Три колодца имеется у эльфа. Пока что четвертый не ставит, и ему и, в принципе, четвертый не нужен сейчас. А так, по-хорошему, было бы неплохо его поставить, потому что эти колодцы регенят и могут восстановить ресурсы игроку. Подставляется немного панда, мне кажется, нужно хексить именно лучниц, но непонятно, почему этим не занимается игрок за орков. По-хорошему мог бы и забрать здесь лучницу. Непонятно, почему ее подставляет только здесь Додо. Видимо, он дома контролил древо жизни. Ну да, так и есть. А в целом сейчас Nature's Blessing имеется у эльфа. Соответственно, он не должен терять свой барак, потому что плюс 7 брони. И также дома подстраивает лорницы. Одна лорница имеется, вторая только-только была заказана. Ой, тут неприятная, конечно, ситуация. Тут выбивает артефакт из-под носа у эльфа. Это свиток зверя. Правда, не повезло ему с артефактом. Ой, сагрились мурлоки на башню. Я подозреваю, это здесь, получается, шаманы мимо проходили, дали просвет вижн, точнее, на мурлоков, и вышки, получается, начали стрелять по ним. Ну, приходится здесь чистить мелкие точки. Сордодо, он видит своего соперника, пробегающего мимо. Орк даже не обращает на него внимания. И дома подстраиваются два Spirit Lodge, точнее, они уже готовы, делаются грейды, грейд на адепство шаманов. Ой-ой-ой. Да, здесь Блейдмастера потерял, и, судя по всему, Блейдмастер достался крипам. По артефактам у нас печенька выпала, получается, с этой точки. По Shadow Hunter можно понять. Ой-ой-ой, красиво тут сыграл на самом деле Shadow Hunter. Очень четко добил Тускара и тем самым поднял второй уровень на себя. Половину хп потерял. Кстати говоря, если бы не было этой печеньки, то побольше по шкале он бы получил урона. Ой, тут вторым героем Кипера взял. Здесь Сордодо, но как-то... Мне кажется, он немного не в той последовательности взял героев. Если уж собирался брать панду, мне кажется, было бы больше смысла, если бы он взял первым кипера и дальше уже раскачивал бы панду с таверны. А тут минус гнол, правда, гнол буквально первого или второго уровня. Второй уровень на Блейдмастера. Ну что ж, адепство имеется на Вич-докторах, соответственно, они уже могут ставить варды по всей карте, пожалуйста. Вот. Один из примеров. Ну, по-хорошему, нужно цеплять здесь юнитов, то есть вот этих Вич-докторов, шаманов. То есть непонятно, почему Додо сейчас не доконтроливает. По-хорошему, нужно было бы просто одну дряд наперед послать и цеплять ею уже других. Ну и дальше уже... Ой, красиво здесь ориентировался Додо. Под прикопкой тут поймал как раз таки героя сопернику. Окружил его. Ой, тут вард стоит, между прочим, под вардом видно здесь панду. Минус телепорт здесь должен быть, судя по всему. Ну да, тут минус телепорт, потому что иначе у Блейдмастера имеются сапоги-скороходы. А панда без сапогов, конечно, никуда не сможет убежать. Тут подстраиваются... Ой, тут...
уже достроились протекторы, оплелся рудник, двойная добыча у эльфа. Ой, не отменил он по ресурсам, можно было заметить. Не отменил Мунвелл, но это не страшно. В принципе, у него максимально сейчас играбельная ситуация. Правда, 6 виспов на лесодобыче, мне кажется, это вообще маловато. По-хорошему, нужно здесь уже заказывать грейды на медведи, если он собирался выходить в медведи. 1-0 грейды имеются на дриадах. Мне кажется, здесь ошибка Блейдмастеру драться с пандой под колодцами. Еще два дополнительных колодца подстраивает Додо. По-моему, он... Нет, он точно был в курсе. Он шедоухантером видел, как здесь осаживается. Посаживается, точнее, садится древо. Древо жизни. А у меня вопрос к Додо. Что он будет делать дальше? Ну вот, уже получил ответ. Это никакие не медведи, а горные великаны. И, кстати говоря, третий герой, есть ли смысл его брать? Мне кажется, было бы неплохо, я не знаю, какого-нибудь Питлорда, что ли, взять. Питлорд, панда, конечно, жесткая комбинация героев. Так, тут Shadowhunter появился. Видит направление своего соперника, здесь Ростов. Ну, оно и понятно, потому что у него имеются Вич-докторы, которые по всей карте буквально расставляют все варды. Он полностью всю карту видит, если угодно. Второй уровень на кипере, шипы он качает, закупает венец благородства, когти плюс 4. Еще и туфли ловкости закупил. Это, ох ты, третьим героем здесь потму заказывает. В принципе, есть смысл, потому что здесь пока что играются дриадки. Ой, одну из дриадок не доконтроливает. Да. Ну, здесь крепится желтая точка с расходником. Большая банка жизни здесь была бы. Было бы неплохо, но выпадает свиток Рыка. Свиток Рыка вообще, в принципе, ненужный артефакт. Но если рядом Виспания будет держать эльф, то может и проканать это дело. Тут, кстати, первым спылом Патма... Сову прокачала, в принципе. Очень логично. Передает орбы своим дальним героям. Здесь Додо. Pendant of Energy выпадает. Амулет маны. Амулет маны, мне кажется, очень хорошо будет смотреться на панде. Ну, плюс одно дыхание. Весьма и весьма здорово было бы. Тут видит... Что творится на... О, даже на базе стоит вард здесь у орка. На базе у соперника. И тут ставятся вышки. Тут готовится плацдарм под экспант. Трубка прозрения Кадгара выпадает здесь орку. Просто самый желанный артефакт из данной точки, я бы сказал. Тут раскачивает своих героев. Вдруг за эльфов. Ну и, в принципе, здесь обороноспособность у Додо очень классная. Имеется барак, там два протектора, разумеется, при случае чего даже можно вывести виспов и подхилить свои здания. Ой, реплинишмент еще выпадает. Очень хороший артефакт для, например, кипера или же патмы. Мне кажется, киперу есть смысл, точнее, больше смысла отдавать этот предмет. Собирается сейчас крепить красную точку, судя по всему, эльф. Тут все четенько. 3-3 герои. Что интересно будет качать орк. Ну 100% должен качать здесь второе лечение, потому что от хикса уже смысла нет. Здесь имеются дрядки, которые моментально это все дело рассеют. И здесь выпадает шлем доблести. Очень хороший артефакт для патмы. Тут просвечивается. Что у нас просвечивается? Просвечивается, судя по всему, да, вот. Нижняя красная точка оркам. Грейды, между прочим, 1-2 на гигантах. Неплохо тут-то, на самом деле, по грейдам. У Додо делается второй грейд на урон, также грейд на колодце.
Тут уже готовые вышки, здесь землянка ставится поодаль. Мне кажется, немного ошибка. Было бы неплохо как раз-таки ставить где-нибудь здесь или здесь, в зависимости от того, где у него станет... станет мейн. Ну, то бишь, главка. Ой, тут патма очень заряжена. Плюс 25 к урону. Плюс 8 к ловкости. Так и в меру плотная, 700 хп. Тут у панды-то всего 875. Тут уже гиганты вышли. Уже сколько? 4 гиганта имеется. У Додо 80 лимита. Наконец-то замечает вард. Срубает его своей патмой. Неподалеку бегает Блейдмастер. По-хорошему, конечно... Ой, тут третьего уровня взять нужно по тьме, и мне кажется, было бы больше смысла взять вторую сову вместо, не знаю, вместо второй ауры. Детектится вард, второй вард. Тут стафается кипер, он начинает наваливать по блейдмастеру. Ой, тут горный великан встрял. Очень много урона по нему заходит, несмотря на то, что у него имеется здесь брони и там еще и грейды, но тем не менее. Успел он потерять более половины здоровья. Но благо дома имеются колодцы с грейдом, разумеется, и можно бесплатно отличиться, восстановиться и вернуться уже непосредственно в строй. Призывается очередная сова. Тут нужно каждый клочок разведать. Непонятно, почему он не срубил вард. По-хорошему, нужно было именно этим заняться. Ну да, конечно, горные великаны на раз-два расправляются с вышками. Но здесь свои вышки не собирается отдавать. Rost of Dark, кстати, первый грейд на защиту имеется на юнитах. Имеется ли пульверайз? У меня вопрос. Вот, это фокусит вивернами и дриад. Начинается у нас замес. 78 лимит на 68. Тут имеются вышки. Хилварды ставятся троллями. Точнее, вич-докторами. Ой, можно потерять кипера. На других героях вроде имеется стаф, но кто кого еще стафать будет? Здесь нужно стафать патму. Не стафает ее здесь. Додо чуть-чуть не доконтролирует, также не дышит он на панде. Что-то у меня большие вопросы к микроконтролю здесь китайца. И такое ощущение, будто да, чуть было не потерял здесь свою панду игрок за эльфов. И по-хорошему, я не знаю, тут теряется 100% кипер. Хекс еще на него кидается. 100% он никуда абсолютно не уйдет. 4-4 героя, и кажется, очень коряво здесь провел сражение Додо. Тут ставится очередной экспант у эльфа, но орк уже разведал его своим вардом. Должен сейчас направляться туда. Но решает немного подкрепить своих героев. Так, добавляет вновь в магазин. Тут статистные ловушки. Ой, мне кажется, это ошибка. Выкупать патму с таверны, потому что можно было бы ее в момент, когда он потерял здесь своего героя, нанять ее с алтаря и, соответственно, дешевле ее остановить. Тут имеется шредер, он только, видимо, начал работать. 96 лимита у Додо. Он, сколько у него? 5 горных великанов имеется. Два зверинца у... Ох ты, тут... жидкий огонь делается у орка. О, а куда ты шредером побежал-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас шредером можно отдать, и... огромные проблемы будут с древесной экономикой у эльфа. Хорошо, он успел доконтролить. Возвращает его на базу.
2-3 уже грейды у горных великанов, 42%. А нивелирование урона еще 8 урона они просто-напросто впитывают все. Неплохо, неплохо. Минус вард здесь у орка. Минус вышка, минус вторая. Ой, тут начинает просто работать по экспанду соперника. Додо неплохо так у него это получается. Сейчас, по идее, должен забирать экспанд и прожимать телепорт. Я, в принципе, не вижу здесь никаких предпосылок на файт. Непонятно, почему он продолжает драться. Тут Бладласт, кстати, Бладласт мне не хватает. Может, можно его добавить, на автокаст поставить. Таурена хочет забрать здесь, отчаянно тыкает в него здесь Додо. Наконец-то забирает, но ценой своего горного великана. Дриады, по идее, должны диспелить здесь хиловарды, стать страпы. Правильно делает. А наконец-то начинает здесь дышать панда. Но такое ощущение, будто... Да, все-таки пробивает своего соперника. Тут Ростов Дарк прожимает телепорт и уходит отсюда. Все-таки минус экспанд у орка очень хорошо здесь. Подрался с Додо, но... Мне казалось, что он все-таки зря там дрался. Но я рад ошибаться. Будет ли третий грейд на атаку? Да, будет. Он уже его заказал. По-хорошему, сейчас можно пересаживать свое древо наверх. Кстати, немного недоразведал наличие землянки здесь Додо. Начинает сажать тут дополнительные древа войны. А, кстати, непонятно почему. Кстати, а у меня вот такой вопрос. Если, например, вот здесь будет юнит у эльфа, а тут стоять таурен. Если выкопается вот это древо, протектор, и таурен ударит пульверайзом по юниту, стоящему вот здесь. Интересно, этот пульверайз сработает на протектор? В выкопанном состоянии, разумеется. Было бы неплохо узнать, кстати. Тут на самом деле у Додо очень хорошая ситуация. Он бы мог по-хорошему пересадить, например, вот это вот древо, которое у него сейчас на экспанде, сюда. А своим основным древом пересесть на свой натурал. Но здесь всего-то 1700 голды осталось, поэтому... Рановато я начал рассуждать. Нужно было заранее посмотреть. Ой, тут решалы уже пришли. С дубинками в руках. 37-72, на самом деле, ничего себе, это не шутки. Если хайрол будет выпадать, то и вовсе там огромный дамаг по зданиям. Ой, такое ощущение, будто не отпустит своего соперника здесь до Rust of Dark. Нужно его стаффать. Стаффает, дождался. Ой... А стаф это не бесконечный, а кипера кто будет стафать? Кипера надо стафать. А, здорово. Кстати, шипы работают на АОУ, понятно. Кстати, а где Бэтрайдер? Он вроде жидкий огонь делал, но... Не доделал. Неплохой тут урон уже у Дриад, 25. Минимального урона. Ой, тут ловятся великаны. По-моему, этот великан уже никуда не уйдет. Да, арба, конечно, не прощает. Ой, тут смысла нет хекс кидать в горных великанов. О, по-хорошему им надо здесь убегать отсюда, потому что таурена, конечно, не прощает. Хорошо, ты ставнул юнитов, а кто ставнет героев? Это большой вопрос.
неплохо дышит на панде, но здесь имеются вич-докторы, которые все это дело быстро выхилят хиллвардами. Кстати, не стал перекапывать свой мейн. Здесь Додо. Видимо, он ждет, пока закончится у него база на экспанде, и... а дальше будет перезаживать именно его. 73 лимита на 64, но здесь большую часть лимитов составляют, разумеется, горные великаны, которые побиты на самом деле. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 колодцев. Тут имеет эльф, также подстроил 3 химерницы. В скором времени он выйдет в ультимативный лимит. И, кстати говоря, теряет свою базу здесь наверху. Точнее, внизу справа. Ой, под пульверайзом. А, кстати, пульверайз-то не качнутый. Там висп потерял 30 хп. Если я не ошибаюсь, с грейдом он полтинник выдает. Если не ошибаюсь. Круто здесь доконтроливает Додо свой барак. Не дает здесь... осесть орку. Отменяет один тауэр, а второй, по всей видимости, достроится. Герои 4-5. Вот буквально чуть-чуть опыта здесь не хватает блейдмастеру до 5 уровня. Пандарену еще, конечно, жить дожить до 5 уровня, потому что здесь 3 героя. Еще и учитывая то, что здесь... большое количество тауренов со вторым грейдом на защиту, то, мне кажется, и вовсе долго будет получать этот самый уровень на панду. Додо. Ой, тут кипер. Кипер стафует. Конечно, блейдмастер под вторым винвоком с сапогами, скороходами — это вообще чума. Грейды на хедхантерах 1-2. Ой, тут, конечно, великанов отдает. Ребят, чтобы вы понимали, вот здесь 28 лимита, 14 из которых уже упало. Видимо, он освобождает лимит под химер. И, в принципе, правильно делает, потому что здесь особо антивоздуха нет. Кто бы что ни говорил про хедхантеров. Чуть-чуть не доконтроливать здесь Додо. Мог бы по-хорошему скушать древо и где-нибудь вот здесь осесть, чтобы барак бил таверку. И в таком случае он бы выиграл эту дуэль. Ой, здесь таурен. Таурен, кстати, панда упадет. Панда упадет. Нет, не... фу. Ну это, ребят, откровенно говоря, везение. Потому что на 9 хп прожимать телепорт — это только лак. Удача, не иначе. Тут пересаживает все-таки свой мейн вниз, судя по всему, Додо. Ой, по-хорошему, тут и панде тоже было бы неплохо взять арбу. Но здесь уже химерницы. 3 химеры уже имеются. Подстраиваются еще 3. Ой, подставляется потма. Наконец-то тут блейдмастер 5 уровня. Ну... вот эти 4 горных великана, которых отдал здесь Додо, прям нереально. Накормили орка. Минус мейн наверху. Он же бывший экспанд. А здесь же минус экономика у орка. Ну что ж, посмотрим. Извините, у кого минус глаза.
town is under siege. A player's forces are under siege. Тут братья пришли. Отомстили за мейн. Тут вторая аура. Неплохо так возвращает себе урон здесь Блейдмастер. 30% урона. А вы прикиньте, если на пятом он получит третью ауру, и там и вовсе половину урона будете возвращать Блейдмастер. Наконец-то перекопалось древо вниз. Тут должны переводиться виспы в скором времени. Пока что выигрывает для себя времени здесь Додо. По всей видимости, отсюда на телепорте должен уходить Додо, да. Иначе я не вижу для него выхода. Сколько? 3, 6, 9 химер имеет здесь Додо. Десятая химера в заказе, 81 лимит у него. По-хорошему, да, виспов бы перевести вниз. Но что-то не доконтролирует здесь китаец. Вот только сейчас, по всей видимости, нет. Даже не сейчас. Он сверху переводит виспов. Знаете, было бы неплохо вот взять оставшихся виспов с собой, потому что у него древа более чем хватает. Пускай даже 5-6 виспов, и те могли бы неплохо задиспелиться. Ну и все, пошла здесь движуха. Конечно, со второй аурой Патмы здесь расщепляют на молекулы любую армию и любые здания. Химеры. Ой, за один залп минус половина жизни у Блейдмастера. Ой, как же больно здесь кастерам. Однако Хекс здесь ой, крайне долго работает, кстати говоря. Работает сейчас по Шедоухантеру. Шедоухантер отзонен. По-хорошему еще и на панте дышать надо, потому что он не в кулдауне. Ну и минус Блейдмастер 5 уровня. Минус также остальная армия. Ну все-таки заигрался здесь орк. Это в принципе можно было ожидать. Потому что у него абсолютно ничего не было против химер соперника. И более того, он вроде как видел химерниц. Химерницы. Он уже перестал контролить. Ну и здесь, конечно, просто-напросто кормом являются таурены. Да, видимо, у него тильт. Может даже ускориться. Ну да, там, до конца гейминг он. И вот на такой вот ноте заканчивается этот матч. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, если это так, не забывайте поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Пончо. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.